Сразу после рабочей встречи заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев принял участие в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», который провел глава региона Михаил Игнатьев. Подробности в наших завтрашних информационных выпусках. Чувашская республика четвертый год подряд входит в десятку региональных лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг инвестиционной привлекательности озвучили на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Чувашская республика на 8-м месте. Но здесь надо отметить, что за год мы улучшили ряд показателей. Это в частности регистрация юридических лиц, регистрация прав собственности, в том числе и процедурные эти вопросы, количество запрошенных материалов. Ну, вместе с тем есть то, над чем нам поработать. В целом, сейчас перед нами стоит задача это проанализировать лучшие практики, которые сложились, в том числе и у коллег соседних регионов, ну и на основании этого сделать вывод и внедрить лучшие мероприятия у нас в республике. Я думаю, что в следующем году мы должны показать не худшие результаты.